Від Українського інформбюро вас вітає наше політбюро Сергій Лямець, засновник сайту політику СВУЛГАРІ. Сьогодні будемо засідати тут на двох разом. Пане Сергію, радий вас бачити. Я вас тоже Дякую за приглашення. Дякую, що прийшли до нас позачергове засідання. До речі, 26 серпня в Україні зафіксоване різке зростання. Точніше, різке зростання статистики по коронавірусу було виявлено 2032 нових випадки хвороби, і така кількість вона не фіксувалася з початку червня цього року. От головний санітарний лікар країни Ігор Кузін заявив, що в листопаді можуть вести карантин, тобто локдаун. Оце таке лайливе слово, яке лякає всіх. І до речі, були ще заяви, що тих осіб. А, ну, які отримали щеплення від коронавірусу, їх якось будуть от, стимулювати, підтримувати, можливо, якісь плюшки вони отримують на час локдауну. Ну, от уявімо, локдаун в листопаді. Знову, що з нашим малим і середнім бізнесом, який вже такий ну, в стані перебуває недопомнодженого на нуль. Е, совершенно очевидно, що ближе к осінь, а ближе к зімі е, будуть. будет усиливаться будут усиливаться заболевания. Я не медик, но статистика она всегда одна и та же, что на лето происходит укрепление иммунитета, на, лет, на лето происходит падение заболеваемости. Так было при гриппе, так было при ОРВИ, ну так было со всеми заболеваниями. Поэтому э, осень — традиционное время тут даже было бы удивительно, если бы этого не произошло. Поэтому э, ну у нас ждет очередная волна, и, скорее всего, знаете, эта очередная волна, она будет на руку власти, потому что какое же счастье. Ты уже живешь третий год при вирусе, и ты можешь списать на коронавирус. Все собственные... про Если раньше все списывали на попередники, то сейчас, ну, коронавирус, ну, пандемия... Да, эндемия. да, вы же посмотрите, мы еще бы чуть-чуть, и мы бы... Денис Шмыгаль создал бы в каждой области по предприятию на 500 человек. Но на самом деле коронавирус всему помешал. Вот понимаете, какая прикрая несподиванка. Уже третий рик нам заважает коронавирус. Что может быть с малым бизнесом? Но ну, малый бизнес уже научился обходить локдауны, э, если мы говорим не, не о предприятиях питания да, то есть не о кафе, не о ресторанах. Э, с ресторанами могут поступить по европейскому образцу. Э, например, если у тебя есть справка о том, что ты прищепленный, тебя могут пускать, пускать в кафе и рестораны. Такой запрет уже действует в некоторых странах Европы. Я думаю, это будет, знаете, как, краще международные практики, они будут внедряться и в Украине. Причем, я напомню, что если даже ты... Особенно Если ты прищепленный, то это не означает, что ты не можешь заболеть и не означает, что ты не можешь быть разносчиком инфекции. То есть, если уже совсем следовать букве закона и здравого смысла, то нельзя даже прищепленных людей пускать в кафе. Но я думаю, мы же будем следовать наикращим световым практикам, потому что, как я понимаю, все-таки я могу ошибаться, но одной из основных задач этого коронавируса, ну, борьбы с коронавирусом, было создать гарантированный, масштабный рынок продажи прививок. Но если мы смотрим с точки зрения мирового фармацевтического бизнеса, то насколько, ну представьте, какое счастье прикатило. Ты создаешь достаточно дорогие прививки, и раз в полгода даже те люди, которые привились, поставили себе 2-3 ну, прививки. Зараз сертификаты продавать имут. Уже, я думаю, ну да э, даже если не продавать. Все починалось ну, с ПЛР. Все равно там так? 10% купят себе сертификаты, ну, в Украине 30%. Да? Но все равно будут люди, которые будут э, прививаться. И вот сам, э, сами, сам интерес стержневой фармацевтических компаний состоит в том, что даже если закончится, э, пройдет волна заболеваемости, они все равно будут через информационное поле стимулировать, чтобы люди пошли и привились еще раз, и еще раз, и еще раз. Там у нас будет уже что? У нас уже дельта, да? У нас когда-нибудь будет коронавирус лямбда, коронавирус зета, а потом, когда закончится греческий алфавит, мы придумаем что-нибудь еще». Это ж, ну, это как, ну, когда ну, ты чувствуешь ходим, вкус, когда ты чувствуешь вкус денег, но ну, я думаю во все времена было одно и то же. То есть во э, все времена это как, э, ну, как с любым популярным лекарством, вот так. Короче, говоря, будем мы не жить и будем выживать. Да, ну, я, я бы не сказал. Ну, слушайте, я рад тому, что большинство людей уже относятся с юмором ко всему происходящему. Что мы поняли за несколько лет, за, за пару лет жизни при коронавирусе? Мы поняли первое, что никому мы, кроме нас самих, не нужны, и, и наших родственников. То есть, если я заболею, это сугубо моя проблема. То есть вообще всем по шарабану. Я вот был недавно на концерте на НСК Олимпийский. 16 15 тысяч, кажут, так? Плотно засажены все трибуны, плюс битком набиты фанзоны внизу. Хоть бы кто-то в маске. Никого. Ну, и я так понимаю, так по всей Украине было то же самое. Люди ходят без масок. И с одной стороны, это потенциально и, и есть причина, но ну, благотворное поле для размножения инфекции. С другой стороны, это не и Я так вот обращаюсь виртуально к санитарным лекарям. Это не ваше собачье дело. Ну, потому что или вы э, напрягаетесь, действительно боретесь с инфекцией, или вы действительно созда... ведете борьбу, от которой мы все видим эффект, да? То есть, когда вы жестко запрещаете, вы жестко штраф... штрафуете, вы вводите одинаковые ограничения для всех, даже для Тищенко. Вы вводите одинаковые ограничения для всех и запрещаете, штрафуете и жестко ограничиваете, как делает Израиль, как делает Китай, как делает цивилизованная Европа, Германия. То есть вы не имитируете, чтобы заработать, срубить бабла или распилить денег на закупках вакцин. То есть или вы делаете реально, или пошли вы в задницу. Ну, потому что, когда вы и то, и то, и не то, и да, и не то и на суды. Это выглядит как минимум странно, потому что вы хотите, прикрываясь пандемией, вы хотите решить свои вопросы. Причем понятно, какие у вас вопросы. На самом деле, если копнуть какие у них вопросы, эти вопросы всегда примерно одни и те же. Срубить где-то бабла и прикупить себе домик, и ну, на капфера не получится, окей. В Испании. Окей, в Греции. Неважно. На самом деле это одна и та же хрень. Не бог, весь какие там фантазии. Ну окей, не в Греции, в Бойерке. Ну не в Бойерке, так где-нибудь там, где в там под Одессой. Да. Уже на крайняк. Ну все. Ну, то есть, ох, ох изысканная фантазия. И вот, и вот таких вот изысканно фантазирующих людей, напичкана, напи, напичкана вся власть. Ну и, и это ж не прикрыто. Это, ну, это видно. Но это ж примитив. Ну, примітіна. Ну що ж, нехай у нас примножується стійкий імунітет до різного роду ідіотів, які на превеликий жаль уповноважені ухвалювати ті чи інші долоносні рішення. Дякую вам, так. пане Сергію, що взяли участь у нашому засіданні. Почнемо готуватися до наступного. Я сподіваюся, що порядок денний у нас буде більш оптимістичний. Сергій Лямиць, засновник сатуполітікус Ульгарець», дебютував на політбюро.